Ряд следующий, снова печенюшки, печенюшки. Консервация. Так, что тут у нас? Халва. 3 рубля. И чья это халва? Халва. 40. Вот такой набор, 3 пластины. Это хороший вес такой. 500 грамм, 3,10. У кого зубы целые еще, можете купить. Мы проходим. Лимонные апельсины, протертые сахаром, 3,08. А у нас в этом 2,50, но там баночка меньше, здесь пол-литра там. Так, детское питание. Конфеты я не смотрю. Смотрю, но проходим мимо. Конфеты нас не интересуют. Кисель. Чай зеленый. Уж слишком мелкий какой-то. Мельки-мельки. 200 грамм, 3,14. Нет, это не цена. Ну что, кисель? Это не цена. А, 200 грамм. 200. Чай черный байховый, среднелистовой, 200 грамм, 2,84. Вообще как пыль. Черный чай. А что там внутри? Мелколистовой. Это как пальцем в небо. Вряд ли там что-то нормально за такую цену. Дита, Зита, все герои с этих, с индийских киносериалов. Так, это что такое? Какао, напиток, шиповник, капучино, кофе натуральный жареный, молотый. Это в зернах? Якобс, крафтинг, молотый, килограмм 24, молотый. Нет, это не цена тоже. Кофе растворимый. Это коньяк выдержанный. Горная Армения. 13,95. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это, скорее всего, наш белорусский. Написано Армения. Пусть Армения. Так, следующий ряд. А это что такое? Что кофе сублимированный. Цикорий порошок. 300 грамм, 3,64. Ну, прилично тут. Порошок. Цикория? Российский, скорее всего. Да? Россия написано. Какао порошок натуральный для выпечки. Рубль 42. Бери. Давай пачечку возьмем. Я же колбаску делала, может две взять. Давай две возьмем. Что тут в составе? Состав какао-порошок. И все. Вот а так. Что тут еще надо? В общем-то, 120 грамм. 100%. Бери. О, здесь все приправки. А есть там еще, допустим. О, Таня нашла любимую тему. Это приправа. Мой любимый этот вот уголочек. Ванилин, приправа для котлет, приправа для сала по-домашнему. Приправа. Смесь пяти перцев. Относиться вот к этому ванилину. Уже сейчас ванилин не такой, как раньше. На кончике ножа кинешь в выпечку. И запах, а здесь надо целую чайную ложку, наверное. Состав. Крахмал кукурузный, мука пшеничная. Мальтодекстрин, ароматизатор ваниль. Ароматизатор ваниль. Иди туда дальше.
Справа сухая, пряный дом. Так, что это такое? Для курицы у меня есть. Вот хмели-сунели. Хмели-сунели. Где хмели-сунели? Кориандр. 99 копеек. Пусть будет. 100 грамм. Надо? Надо. У нас и свой есть, но... У меня и свой есть, пусть будет. Еще для картофеля надо взять. Мне так она понравилась, я брала. Так, прованские травы, не знаю, у меня есть упаковка, но какая-то здесь травка есть, которая мне не нравится. Базилик, чабер, вот, майоран, чабер, тимьян, орегано, розмарин. Так. Приправы для мяса, зачем они мне? Пряность, курица, в прошлый раз покупали. Ой, курица у меня есть. Корица, полно. Говорю. А, корица. Не знаю, Саш, что брать? Вот взять корицу, сколько она здесь стоит? Корица молотая, 3,64. Пока у меня есть. Надо спросить курицы. Приправа для курицы. Соль, перец, чили молотый, куркума, паприка молотая, чеснок, базилик, чабер. Приличная банка, 450 грамм. И сколько она стоит? Приправа для курицы, да? Нет, еще не знаю. Приправа для курицы, а где она? Курицы и рыбы. Она, наверное, не дешевая. Она там где-то дальше стоит. Ну что, куркума, кто ее выпускает? Куркума да куркума, молотая, все. Выпускает город Борисов. Че ты так переживаешь? Ну, если Борисов возьмет. Ну, пряный дом. Нормально. Выпускает пряный дом. Это Беларусь, все, берем. Он даже продукты 19-го, 20-го и 21-го года. Видишь, медали он. Вижу. Так, еще приправы. Карри. Карри у нас есть. Карри, да. Пряность мин. Мин целый. Овощи сушеные, чеснок, перец. А это что? Перец черный молотый. Белорусский пряный дом. Соль славянская с приправами. Ну, специй много всяких. А это что такое? Лимонная кислота. Перец горошком. Соль с компонентами. Ну, тут и паприка. Так, куриная смесь для супа, каша. Мы когда-то брали вот эту рубленую свинину, Саша. Но только баночка была другая. И какой там состав? Нет. 3 рубля. Нет. Не будем? Нет. Печень трески. Ерунда, мы покупали это. Нет, там все нужно. Кукуруза. 2,39. А ну, в Евроопте 3,50 она уже стоит. 3,40. А 3 цены, рубль 90. Да? Да. Ну вот, пожалуйста, Таня все знает. Горошек зеленый, рубль 60. Отсюда не подсюда. Масло какое-то. Так, что еще нашли? Чуть-чуть. Не надо. Это масло вообще такое. Так, едем дальше. Сода пищевая. Рубль 20. Сода. Макароны. Крошки, рубль. Горох колотый. Горох. Килограмм. 2,26. А мы за рубль 70. Мы вчера, да, купили по рубль 70.
Он и в копейки, и в евро. Опти рубль 72, там рубль 75 стоит. Так. Хлопья овсяные. Каша домашняя. Хлопья овсяные. Рис 3 рубля килограмм. Шлифованы длинно. Зерны. Не нужен длиннозерный. Нам нужен короткозерный. Что, не нужны? Это кто-то нес и выкинул. Так, вот это хочу. Мука пшеничная, 10 килограмм. Килограмм, рубль 10. Мука, рубль 87. Какой? 2 килограмма. Первый сорт. Дорого? Она и в хлебном такая. Вкусная пауза, пюре картофельное, всякое пюре, всякие чипсы, хрустящая картошка. Ой-ой-ой, 7 рублей, вот это вот стоит 7 рублей. Да. Каша овсянка. Каша овсянка, пиво светлое. Три короля. Рубль 85. Так, это нас не интересует. Нас не интересует. Пиво. Может и правда армянский. А вот еще какой-то почитай. Угу. Арцруни. Мы когда-то брали коньячок такой. Ничего вроде бы, но... Глянь, моется. Ну что, потеплело хоть? Радуетесь тоже, что весна пришла? Все радуются. Какие, глянь, смешные. Не бойтесь. Молодые. Тихий тут район у них. Ну да, Мопра вообще. Район Мопра. Тихий. Идешь, и вот прямо тишина давит на уши. Кроме птичек никаких особо движух не происходит, кроме пения птиц. Тут еще дома построены при советской власти, вот эти вот панельки. Такие. Некоторые дома уже утеплились, имеют немножко другой вид. Я про сам район говорю. Район тихий. Нету тут этих трасс, машин под окнами. Район Мопра. Ну и центр города. Такой сегодня день. Зашли еще на Мопра. Мопра 10. Яиц набрали. Впереди Пасха. Пригодится. А не будет печь много, как всегда. Все, всем пока. Oh, oh, oh.